О нет! Астероид приближается к Земле! Мы все умрем! Без паники, я знаю, что делать. Ура, мы будем жить! Мы все умрем! Будь здоров. Гренландия, почему тебя называют зеленой землей, когда ты холодный ледник? Без понятия, почему меня так называют. Должна быть ошибка. Да, ошибка. Спасибо, что спросил. Они знают. Сворачивай все. Ура, снег! Ну что это было? Спутник? Да ладно. А что ты сюда лезешь? Не твое дело, что я делаю. Неужели? Да я сейчас на тебе свою новенькую бомбу испытаю. Воу-воу-воу, тихо-тихо. Вот съешьте лучше бульбу и успокойтесь. Тебе и... А тебе не обязательно, ты без ее упитанный. Что ты сказал? Эй! Кто здесь что-то обсуждает без Америки? КНДР запустила ракету. Это спутник. Что в мой косм? То есть не обсуди с мировым обществом? А вдруг там лазеры? Да. Я просто хотел исправиться. Стать развитой страной. Пойти по правильной дороге демократии. Чтобы меня все полюбили. Чтобы сказали. Молодец, КНДР. И может быть даже подружиться с Южной Кореей. Ну ладно, придется деактивировать мое детище. Нет! Мы верим в тебя. Неудачники. Ну вот, нефть закончилась. Придется искать. Нашел нефть? Нет. А я газ не нашел.